Так, ну вот удалось заснять елочку еще и на въезде у нас в Гатчине. Не думал, что здесь буду, но вот раз мимо иду и засниму тоже. Я в этом сезоне все заснял елки. Так случайно получилось. Ну вот это последнее у меня. В общем, тает все. Вот так вот все везде мокро, и это вот так вот скучно, серо. Уже все новогодние праздники. Сегодня у нас какое? 5 января. И вот так вот слякотно, противненько, темно, снега нет. Ну, темно ночью, как правило, в темноте, когда. Потому что снега нет. На горках не покататься ребятишкам. Вот. Ну, как-то так. Остаются только качели из развлечений на улице, в общем-то. И все. И все. Печально, печально. Печально.